Мы с Юлей, в общем, опять идем дорогами неизведанными. Решили проложить новый маршрут. Вот так здесь все выглядит. Здесь идет активно стройка. Строят вот такой вот дом. Вот такой дом строят. Надо полагать, что это будет это и есть офис продаж. Офис продаж вот этого жилищного комплекса в будущем. Такую красоту хотят построить. Да, вот такая красота получится. Картинку видит, а если он видит красивую картинку, это его вдохновляет на покупку. Ну подскажите, а какая стоимость квадратного метра в комплексе минимальная? А, вы не говорите? Two hundred сколько? Понятно. Леша разозлился. Разозлился, да. Потому что да что разлиться, не злиться. Ограничивают права. Не написано, нет таблички, что нельзя снимать на камеру. Ты снимаешь, делаешь еще добро, показываешь красивые вещи, которые другие люди не увидят. И тебе еще подходит и говорит, вы не снимаете. И только ты говоришь, ну как бы мы блогеры там. О, блогеры, ну как бы да. Ну снимать нельзя. Ну то есть... Ладно, Юль, все, забыли эту тему. В общем, квартиры там стоят от 2300 манат. И минимальный объем от 100 квадратных метров. Снимать нельзя, вечный секрет везде. Да. Поэтому снимать больше не будем. В офисе продаж нельзя снимать и выкладывать в интернет. Uh-huh. Но это вот противоречит вообще всей логике, какая только может быть. То есть ты специально делаешь макет, и чем больше об этом людей узнают, тем лучше. Нужно было наоборот. Ребята, какой канал, где снимаете, какая ваша аудитория? А кто... То есть наоборот выстраивать контакт, чтобы больше людей узнали об этом центре, uh-huh. об этом ЖК, да? Ну да. Ну а здесь как бы... Не знаю, может психология такая. Не знаю. Если ну ладно, нельзя, была... нельзя, все, пошли. У нас свои дела есть. Пойдем решать свои вопросы. Ну мы так как мы все равно добрые люди, да? Мы все равно покажем вам этот ЖК, красивый макет. Не знаю, где они планируют запихать все эти дома. Видимо, снести это все собираются. Да. Там на макете домов куча. А по факту они туда впихивают дом в невпихуемое место. Рядом сносят старые дома. Не знаю, наверное, под снос пойдут соседние какие-то. Конечно, Леш. Ну, сейчас такие технологии строительства домов, что можно спокойно на маленьких площадях построить огромное здание. Сейчас опытные такие строители, технологии, что. А мы правильно идем? Примерно, да. Хорошо. Карту надо смотреть. Давай смотреть карту. Кого снимать, тебя или кого? Фото делай. А, фото делать. Все. Пойдем. Подпишитесь на канал, чтобы мы всегда были рядом с вами. Здесь мы, кстати, не были еще. Леш, ты достанешь палку, мы никогда не дойдем. Мы еще ее познаем. Это точно. Дерево грибок. Шапочку сними.
дерево грибка. Симпатичная. Оливка, да? Это оливка? А почему толстая такая? Как-то скрестили ее. Или это сорт такой? И вот еще одни. Классные, да, такие? Ага. Чудные. А это здание не знаю чего. Какое-то очень официальное, что ли. Ага. Что ты говоришь? Вот в желтенький пойдем в банк. А? Это что, банк? Все, убирай камеру, они здесь сносятся, как горелые. А это не банк? Желтенький. Ребята, а, значит, это не банк, Юль. Это мне показалось. Я думал, это Елобанк. Нет, это не банк. Это опять, что это? Как называется? Это фонтан пить. Это не фонтан называется. Фонтан. Источник. Да, вот поставили в честь вот этого человека. Не видно. Который погиб. Вот такой вот. Так, дальше куда идем? Везде банк. Так, идем дальше по дороге. Пойдем совсем в другую сторону. В этом месте мы здесь еще в Баку не были. Как-то прошло мимо нас. Это местечко, хотя проспект огромный, да? Да. Может, мы на автобусе ездили? Ну, потому что мы всегда едем вниз в центр, а это... Мы хотим поменять деньги, $100. Нужна наличка. Вон обменник есть. Пойдем вон туда. Елобанк, кажется, это. Идет уличная торговля. Орешки, орешки, орешки. А, это почта. На почте курс у нас какой? Продать нам нужно, получается, по 0,70, по 1,70, да? В общем, успешно поменяли деньги. Вот в этом заведении, не вижу, Эйко написано, что ли? Элико? Вот. А теперь ждем третьего автобуса. Поедем по делам. А потом по делам. А ты посмотрел, какое здание? Мы не в ботанический сад поедем, мы сразу по делам поедем. А ты видишь фасад здания? Смотри, вот там. Вижу красивые балконы. Своим убранством, золотом. Видео снимаю.
Что ты хочешь? Фото я хочу, профиль. Ну, фото я не делаю. Ты можешь фото сделать? Юль. Профиль фото сделай. Фото, что фото, что? Одинаковые, они видны.